Так, 23 сентября 2024 год. По поводу взрывов складов еще ничего не говорил, да? То есть у меня коротко это оформлено так. В Украине урвался торопець. По-моему, лучше об этом не скажешь, но я, по крайней мере, не смог. Наши просто красавцы. Я не знаю, кто это организовывал, ГУР, СБУ, там, ну, просто великолепно. Инженерам нашим, которые все эти ракеты сделали. Так держать. Молодцы, я уверен, что и здесь на фронте, там, на Запорожской области и на Востоке, там это всем будет облегчение большое. Теперь по поводу того, что как дальше. Покровск до сих пор не взят. 12 числа, там я еще августа говорил, что сначала Путин начнет воевать в Курске срочниками, потом объявит мобилизацию, потом дойдет и до ядерки. Ну, мое такое мнение. Сегодня сколько, полтора месяца прошло, вот уже срочниками он дыры затыкал. Мобилизация, ну, как он, штат увеличил, да, численность, штатную численность увеличил, чтобы больше не платить контрактников. Ну, осталось ядерки подождать. Ну, в принципе, с него останется. Дойдет и до этого, я уверен, когда этому щуру, блин, хвост прижмут плешивому. Ну, вообще приятно видеть то, что ОФЗ, да, у России 16,7. Я как-то мимо это пропускаю, потом пролистываю назад. Недавно было 15. Ключевая ставка уже 19. Обещают 20. Ребята попали в рейтинг 15 стран худших в мире по ключевой ставке. У нас в Украине 13,5. Может, даже уже ниже, потому что у нас она опускается, а у россиян, которые на нас напали, она повышается уже почти до 20. По-моему, просто великолепно все происходит. Потом что там с долгами мне нравится, с инфляцией мне очень нравится, что в России происходит. Но больше всего мне, конечно, нравится то, что происходит с нефтью. Если нефть продолжит свое падение, вот тут этому плешевому гному кирдык и придет. Потому что 67-70% дохода в бюджет у россиян от нефти. Это всегда эта сраная страна бензоколонка. Раньше пенькой, там какими-то рабами своими этими торговали людьми, блин, крепостными, на борзых щенков меняли. Сейчас вот это вот у них нефть закончится. Ни на каких алмазах, ни на чем другом россияне столько денег не делают, сколько на нефти. Так что, если нефть упадет, очень хорошая новость. В Канаде там договорились наконец-то каких-то нефтеносные пески или что-то такое. Достроили они эти трубы, будут сейчас вкидывать в этот самый нефтяные, ну, в общемировой там этот, торговлю нефтью. Что, может быть, скажется хорошо положительное нападение цены на нефть. Будем на это надеяться. Это очень хорошее будет нам подспорье. Так. Ну и ждем, что там съездит Зеленский этот ООН, хотя это, конечно, бестолку, как всегда, но имеется в виду с ООН, это такая организация, что ни о чем. Может на личном уровне договориться, что кто-то что-то передаст, разрешит там дальнее вооружение, а вообще лучше рассчитывать на нас. Я вижу, что наши ребята работают, если по этим трем складам, блин, прилетело нашим украинским оружием, то хрен уже, по-моему, блин, надо самим выкручиваться и добивать эту мударашку. Все буду Украина, не переймайтесь.